Вы смотрите обзор товара «Грунт для томатов и перцев, 6 литров». Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Азот У4О3, не менее 250 мг на литр. Фосфор P2O2, не менее 350 мг на литр. Калий K2O, не менее 400 мг на литр. pH солевой суспензии 5,0–7,0. Качество почвы – основополагающее для здорового растения. Основываясь на мировом опыте производителей грунтов, компания «Техноэкспорт» совместно с одним из ведущих торфопредприятий России ОАО «Васильевский мох» начала производство серии грунтов «Плодородия» под известным брендом «Агрикола». Рецептура и технические условия грунтов «Агрикола» «Плодородия» разработаны Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом торфяной промышленности. Превосходные результаты при использовании нашей продукции определяются высоким качеством исходного добываемого более 80 лет торфяного сырья. Этот фактор обусловлен промышленным фрезерным способом добычи торфа, при этом достигается четкая фракционность торфяной крошки, происходит нейтрализация возбудителей болезней уже на этапе добычи. В результате восстанавливается плодородие, и почва обогащается гумусом, что ускоряет развитие корневой системы растений, улучшаются ее агрохимические и водно-физические свойства, растение не болеет и опережает в развитии. Важным стимулом спроса грунтов Агрикола, плодородия является упаковка. Она имеет черный светозащитный слой, который предотвращает развитие светолюбивых микроорганизмов, сохраняет стерильность продукта и полезный комплекс элементов питания. Плотный прочный пакет, удобные ручки, гарантии сохранности при транспортировке. Оригинальный, радующий глаз красочный дизайн поднимет настроение при покупке и выращивании цветов и овощных культур. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.